Если вам надоели обычные рецепты из курицы, то предлагаю приготовить кое-что новенькое. Такое блюдо готовят по торжественным случаям. Делюсь с вами рецептом. Наша семья очень любит это блюдо. Соус получается очень нежным и сочным. Такая курочка отлично сочетается с любым гарниром. Будь то рис или картофельное пюре. Угощайтесь! Куриное филе нарежьте на мелкие кусочки и обжарьте на сильном огне. Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте все вместе пару минут. Затем влейте сливки и тушите на маленьком огне 10 минут. Добавьте отварные креветки и немного измельченного чеснока. Отдельно размешайте в холодной воде муку и влейте в сковороду. Хорошо все прогрейте, чтобы соус загустел. Посыпьте зеленью и выключите. Приятного аппетита!